Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую в этом ролике. Я вам покажу, как выглядит лидерка ФСБ, покажу новые функции, которые добавят в обновление. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Если что, ролик я записывал на БТ-сервачке, поэтому имейте это в виду. Сейчас проходит БТ нового прикольного обновления. Я там попросил лидерку, для вас записал много чего интересного по поводу ФСБ, по поводу новых систем там и так далее. Ребятки, надеюсь реально на вашу активность. Наберите 200 лайков, я вам буду максимально просто благодарен. И это видео я снимал 3 дня. То у меня были проблемы, то у сервака были проблемы. Слава богу, я смог записать это видео. И сегодня вы посмотрите, что из этого получилось. Если что, все полезные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но если ты планируешь, либо желаешь начать играть на данном проекте, то не забывай вводить мой промокод. Пишите /mm, 7 пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Поэтому вводите, получайте деньги, покупайте свою первую машину и квартиру. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, погнали! Ну что ж, ребятки, как вы поняли, сегодня я вам покажу лидерку ФСБ, покажу новые функции, новые системы, которые есть на проекте Amazing RP, а именно на ПТ-сервачке, поэтому я надеюсь на вашу активность, на ваши лайки, не забывайте подписываться. Да, пацаны, я лидер ФСБ, да, на тестовом серваке, но уже хорошо. Итак, первое, что бы я хотел вам показать, это, конечно же, новые скины, потому что они довольно-таки красивые, интересные, и здесь мы можем посмотреть новые скины, то есть вот этот новый скин. Насчет этого скина я не знаю, но по-моему здесь появилось два новых скина. То есть это вот этот, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Вот получается один новый скин, и вот это второй новый скин. Не, ну выглядит, знаете, так очень даже интересно, очень даже круто. Мне прям нравится. То есть, бля, такой мужичара чисто, ломать чисто, ёбло, реально. Просто ебалики ломать вот такой скин, реально, прикольненький такой. Я, конечно, не уверен, что это новый скин, но вроде бы я такого не видел. То есть тоже такой пацанчик, прикольно тоже выглядит, ФСБ. Это скин такой, знаете, уже более заряженный, то есть там шлем есть, все дела, там рация, бронежилет, надпись ФСБ. Это такой, знаете, уже заряженный скинец, чисто куда-то идти, стреляться там и так далее, ловить преступников. Все, получается, я полностью заряжен. Я, кстати, не знаю, зачем щит, скорее всего, так, чисто для красоты, там, для митингов и так далее. Но у нас еще есть дымовая шашечка, которую я, в принципе, не видел, чтобы использовали на обычных серверах, то есть, реально, я не видел, чтобы ее вообще, в принципе, где-то там использовали, поэтому давайте попробуем. Опа, кидаем, такая дымовая шашечка. Что-то поинтереснее, но в итоге, ну, наверное, она, в принципе, вообще такая, знаете, бесполезная. В ней нет никакого смысла, то есть, она дымит и все. Но я думал, это, знаете, какая-то такая нормальная дымовая шашка. Давайте возьмем автомобиль и попробуем на нем поменять номера. Потому что такой функции раньше не было. И давайте как-то ее проверим. Вот, получается, у нас появилось такое новое меню, где мы можем, как бы, ну, взаимодействовать с игроками. Но это понятно, нам интересна именно вот эта фракция. Нажимаем фракция, здесь, как бы, у нас есть список, СОС, преследование, прочее, панель лидера организации, управление подозреваемыми и получается ежедневное задание. То есть вот такая вот у нас открывается менюшка, и здесь мы можем найти все, что нас интересует. Давайте посмотрим панель лидера. Здесь мы можем настроить транспорт по рангу. То есть какого ранга можно будет брать определенную машину. Я ничего трогать не буду, просто посмотрим, потому что я на лидерке никогда не был, тем более ФСБ. Мне как бы это самому интересно посмотреть. Ага, здесь мы можем посмотреть, кто взял автомобиль, кто в последнем ездил или кто сейчас за рулем. Здесь можем написать уведомление, которое будет появляться каждый раз,
когда люди из фракции будут заходить в игру. Управление доступом к складу. Здесь мы также можем настроить оружие, всякие предметы по рангу. Так, давайте посмотрим список. Здесь у нас получается база данных ФСБ, список разыскиваемых, посмотреть вызов в полицию и список разрешений на буксировку. Здесь получается мы можем управление глушилкой, потом сменить номерные знаки, отметить подозреваемого на карте. Также мы можем обыскать автомобиль и убрать человека из розыска. Давайте поменяем номера. Так, вы должны находиться возле капота служебного транспорта. Так, нажимаем преследование и вот меняем номерные рамки. А, нихера себе, это еще надо нажимать, пацаны, прикиньте. Я этого не ожидал. Так, получается, нужно нажать клавишу и после этого у нас поменяются номера на автомобиле. Не, ну неплохо, неплохо. Я думал, то, что они сразу поменяются. Нихера себе. То есть это получается, мы полностью снимаем номера с автомобиля. Ну что ж, ребятки, вот и наступил следующий день. Были там проблемы с серваком, выключился, потом у меня не было времени. Прошло, короче, 2 дня, и я дальше записываю для вас этот ролик. Надеюсь, вам он реально понравится, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Итак, ребятки, давайте я вам еще раз покажу систему, как снимать номера. То есть мы подходим абсолютно к любой машине. Вот, допустим, давайте к этой. Нажимаю кнопочку, опа, нажимаем туда-сюда, ебать, и все, понимаете? Быстренько вот так номера, ебать, снимаем. Вообще просто красотища, пацаны, реально. Я думал то, что мы сможем другие номера поставить, а оказывается, мы просто их снимаем. Возможно, я, конечно, что-то не так делаю. Все, видите, номера мы сняли, бля, просто сказка. Вот давайте, допустим, попробуем их поставить обратно. Пользуем команду, попробуем их вернуть обратно, допустим, да? Нажимаем кнопочку, держим, как бы, и сейчас посмотрим, что произойдет, потому что номеров у нас нету. По идее, сейчас должны либо вернуться те номера, которые были, либо должны новые номера какие-то встать. Да, кстати, другие номера теперь, видите? ТМР были номера, и теперь здесь другие номера. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. То есть мы можем создать подразделение, учебный центр там и так далее. То есть мы можем написать все, что угодно по факту. Можем сделать любое подразделение, какое нам нужно. Я так понимаю, это может сделать только либо заместитель, либо лидер. Здесь мы еще можем посмотреть базу данных ФСБ, то есть вот, послушать организацию, прослушать СМС, поиск досье, поиск техпаспорта автомобиля, поиск штрафов, поиск трудовой книжки, информация о ограблениях. Даже сейчас эти ограбления есть, нихера себе. Возможный дом 69, 23, 204, 237. Но я не уверен, что кто-то здесь на ограбление ходит. Здесь мы как бы можем много чего посмотреть. Список разыскиваемых. Так, Илья Булт у нас есть. Ну давайте за ним съездим, как бы. Как на русике одеть? Блин, меня хотят поймать. О, поймали меня. Блять, в ФСБ есть лидер, нет? Так, как-то на русики снять, блядь, пиздец. Прими, пожалуйста, нас двоих. Блядь, я по идее получил, мне 50 лямов дали, я не знаю. Можешь мне дать 11 лямов, блядь? Мне нужно на машину, пожалуйста. Сейчас, где тут банкомат? Погнали. Ебать, сука, меня узнали все равно. И в этом типов пизда, ебать, я махуй. Я еще долбоёб, блядь, не могу на русики одеть, сука, думаю, пиздец. Ебать, я позорился, нахуй, блядь. Потеха такой блатной, блядь, ФСБ, нахуй, вся хуйня. Да мне тоже, блядь, пожалуйста, на машину, я ебал. Как-то, блядь. Знаешь, при тебе поеду, я куплю, нахуй, если хочешь. Ебать, деньги, сука, пиздец, раздаю, нахуй. Раз, два, три, да похуй, блядь, не жалко, ебать. Для пацанов не жалко, ебать, для своих чисто. Ебать, спасибо большое. Да, вы видосик. Приехал, блядь, повозать типа, блядь, в итоге я позорился. Не мог, блядь, кнопку нажать. Все, ебать, чисто пацана по десяточке, ебать. Ебать от души, нихуя себе. Погнали. И в этом типа рёт, сука. Поехали, блядь. Деньги раздал, ебать, типа отпустил. Ну, блядь, не хочу вызвать, потому что, блядь, ну мало людей, ебать. Мало просто людей, как бы, тем более они там одну вытестят, ебать, там туда-сюда. Зато меня, блядь, узнали, сука. Хоть у меня ник вообще левый, полностью левый. Этот ник вообще никто не знает, как бы, но меня по голосу узнали. Но это приятно, как бы. Пацанам чисто подогрел, по 10 лямов, ебать, скинул, думаю, нормально. Сука, приехал, блядь. Типа хочу повязать, сука. Не могу понять, что, сука, нажимать. Ебаный в рот. Блядь, потом разобрался. Говорят, отпусти его, ебать. Думаю, ладно, хуй с ним, отпущу. Пиздец, нахуй, есть лям, не? Мне не хватает, сука, я ебал. Сейчас ему десятку дадим, блядь, похуй. Как бы, ну, хай пацан порадуется, хотя бы на тестовом серваке пусть у него лавежечка, да, имеется. Вот так вот чисто по-братски, ебать. Хай забирает десятку, еще ему, блядь, сверху, нахуй. Хай, блядь, купи себе Rolls-Royce, ебать. О, наконец-то. Хуя себе, блядь, лям попросил. Сейчас жди тут. У меня еще донат есть. Да ты шо, ебать? Вообще красота, ебать.
Думает, блядь, что он нахуй делает, блядь? Долбоёб. Так, снимаемся с номера. Опа, опа, опа. Видал ли, блядь? Ты типа за донат номера снял? Нет. Это функция ФСБ новая, типа, номера можно менять. Смотри, я сейчас другие номера поставлю. Рандомные. Да что, блядь, я дожал? Ебать, охуенно. А, блядь, рамок с собой нету. Ну, короче, там другие номера можно поставить. И ну небо, блядь, красивое, пиздец. Прям такое реалистичное, нахуй просто. Еще дорожку тут новую сделали. Та ты шо, ебать, красотища просто, бля. Очень просто нравится обнова. Реально, поскорее бы уже она вышла. Потому что столько всяких дорог классных. Столько всяких систем там и так далее. Реально, блин, обнова вроде бы как небольшая, но очень классная. То есть, много чего интересного. Как бы это не глобальное обновление, но все равно классная будет обнова, поэтому ждите реально, пацаны, ждите, блядь, заходите, тестируйте, кайфуйте, потому что обнова реально будет бомба просто. О, ебать. Не, ну нормально, пацаны, нормально. Но видите, она по-другому совсем работает, то есть по бокам на асфальте видно то, что мигалка работает. Ой, блядь, ебаный в рот, это я долбоеб. Извиняюсь, я случайно. Ну и куда ты меня увоз, ебаный в рот? Въебал, типа, нахуй, репки нет, блядь, пиздец. Ну я случайно просто что-то не заметил его. Не, ну дороги реально сделали просто кайфовые, прям. С кайфом просто, с кайфом, блядь. Едешь просто и кайфуешь, реально. Мне прям вообще очень нравится. Я, ну, блядь, этот пацан вообще умеет, ебать. Могёт, нахуй. Уже с ним, блядь, бать, пятый раз видимся. Я ебал. Нихуя себе ты, блядь, унитаз с бубаликом перепутал. Ебать, вы так хуйню видели? Ебать, захожу, блядь, в унитаз же умывается, нахуй. Ебаный рот. Вообще-то эти мигалочки прям сасно, сасно смотрятся. Крякалка, ебать. Та ты шо, блядь. Мама, туши свет, как говорится. Давайте ешку, я думаю, возьмем, потому что она будет побыстрее. Да ебаный в рот, блядь. Сука, обсох, блядь, сразу. Ебаный рот. Да я, блядь, вообще охуенный ФСБшник, блядь. Реально, что-то топляк быстро уходит. Сейчас крузака тогда возьмем. Попробуем на крузаке, блядь, догнать. Да, блядь, как, сука, кинуть преследование, блядь. Вот он передо мной стоит, я не могу ему кинуть преследование. Блядь, ну я дебил просто, блядь. Так, нихуя себе мне зарплатку, ебать, дали. 10 миллионов, ебать. Ай, ладно, похуй, блядь. Хотел его повязать, в итоге нихуя не получилось, блядь. Я вообще долбоеб. Пиздец просто, блядь, просто пиздец. Я в ахуе, реально. Сука, приехал повязать, ебать. Думаю, сейчас думаю, базарузирую, ебать, сделаю красиво, нахуй. А как ему кинуть преследование, хуй его знает, блядь. Все, давай, удачи, ебать, не бей мне мозги, ебать. Мне так стыдно, что я долбоеб, ебать. Не могу, сука, в розыск объявить. Как это сделать, блядь? Там даже нету такой кнопки, блядь. Или это как-то через команду надо вводить, я хуй его знаю. Ну что ж, ребятки, я уже буду заканчивать. Я не знаю, понравится вам или нет такой формат, как бы. Я вам постарался показать новые системы, новые скины, как что работает там и так далее. Я надеюсь, что вам видео это было интересно, полезно там и так далее. УБТ проходит успешно уже 6-й день. Я думаю, в скором времени уже закроют УБТ, начнут фиксить все баги, и в скором времени выйдет обновление. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, потому что мой промокод можно ввести на любом серваке. Вводите, качайте уровень, получаете деньги и сразу можете уже купить себе квартиру либо машину. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.